конечную цель, и я не знаю, какую взять. Блять, с песочницы, что ли? Ты что, придумал карту ковчег, блять? Так, все, все готовы. Ты все готовы, пацанов, поехали. На РПГшку? На РПГшку потяну вам. На РПГшку, ну, блядь, как РПГшки. Если в Warcraft 3 так можно, то и здесь можно. Ну, тут нет всяких этих, блядь, уровней. Рабочих тут нет, блядь, прочих хуйней, то есть, ну, как-то лаги. Так, а при чем тут это? Для РПГшки это вообще ни о чем. А, РПГшка, ну, блядь. Ну, я видел одну РПГ, ну, блядь, такое говно было. По сравнению с Вовом. РПГ. Блин, Ларк. Ну, РПГ это... Че? А, все, все. Я посередине, вот че. Ну, я спрашивал, типа, ты че, по центру, ты такой, типа... Да, блядь, все, кто-то там среди у вас, я хуй пойму, кто с кем разговаривает. Ларка, захватишь тогда эти здания, станы и так далее? Хорошо. Че, кто синий? Ларкас. Блядь. А ты красный, да? Я красный. Леонардо красный, да? Да. Цитадель песка, это стан. Цитадель огня, хороший. А цитадель песка разве не дает Турана? Я его убрал туда, нахуй. А его там и не было, это через... Ну, отдельно на карте делается. Туран классная штука. Я бы даже сказал... Найтс. Я буду ржать, если Кирита опять зарашит Левиафана и будет одним Левиафаном, короче, долбить волны. Давай, Кирита зеленый, да? Да. Как он правильно пишется, блядь? Кирит. Левиафан, блядь. Ну, напиши, думаю, поймёт. Хотя... А, не строй вообще. Так, на четвертой минуте, да, у нас пойдет параша. Ты, блядь, пока нихуя интересно. Как Алина, ты интересно. Алина вообще пиздец, там нихуя. Пехота только ушла. Да, я думаю, не добавлять этот. Левиафан. Хуй знает. Похуй. Нахуй. Чё он там, блядь, пишет? Почему-то оно через Enter куда-то вниз ползло. Чё он у тебя там, блядь, говорит? Это у тебя, Ларкс? Не, это вот. Леонард? Да, у меня звук на минимум поставлен. Слышишь, а этот... Как он, блядь? Сука, сообразить не могу. Забыл что-то, блядь. А, реликвии. Их раскладывать можно как-то? Как хочешь, типа, или... Ну вот ты карту будешь РПГ делать. Я могу, как хочу, могу через случайный групп. Можно, понял, типа сделать такие там, блядь, ходы, лабиринт, нахуй. Но это охуеть рисовать, конечно.
Там типа ходишь, блядь, ищешь нахуй реликвии. Там за них биться надо, типа. Ну, понял, да, идея? Я понял, да. Ну это, конечно, если ты... А реликвии могут золото давать? Ну тогда, а можно сделать прокачку за тимонии способности? Способности, да. А, ну вот тогда так. Золото вообще на ноль нахуй. А тимоний. Вот этот плюс 20 сначала со старта, оно никак не убирается. По-моему, можно. Через скрипт как-то брать. Минус 20 ебануть. Это как, блять, поздно. Так, еще. Геройчик. Ну, подлагивает знатно. А вот второе здание там нахуя стоит у Алины? Одно со станами, а... Я еще не доделал. Суммонар, да. А там что будет? Суммонить армию, может быть. Стеклянную чисто? Да, да. Ну вот этот сюда, если бы добавил, летающий замок, помнишь? На Зархарифе. Вот если, ну типа его захватил, там, блять, он же летает, не пояси. Стреляет, блядь. Леонардо, отойди влево. Со всей армией. Этим комплекса хватит. Очень плохо направил телескоп, на самом деле.
Бля, он опять спереди поставил. Бля. А я и не заметил, ёханый бабай. Блин, красавчик, что ему сказать? Лагануло знатно, я бы сказал. Слушай, а по-моему в этой хуйне залповый огонь не увеличивается нихуя атака осадная. Осадная не увеличивается? Нет, да, она как 2.40 есть, так и есть. Сука. Ну я через альбом смотрю. А такая, да, увеличивается. Я думаю. Обычно. Такая, да. Ну ладно, что бывает. Насадно увеличило, было бы неплохо. Четнул, да? 2.40. Ну, мушкетёров спавнит. Это хуйня. Рудник этот ебучий мушкетёров спавнит. Я сам в шоке, блять. Он не должен был спавнить. Ну, похуй. Спавнит и спавнит. Так, ну чё, у тебя стан есть. Стан, голем. Ебать, он там выстраивается. Ну-ка. Вы же эту всю хуйню видите уже. Да. Как будет туда? Here. Вот так или так? Here это здесь. Да. А, ну here. Да, точно. Правильно. Вроде там. Ичпоп что-то страшное мутит. Но это не точно. Так он направо пошел. Давайте направо пойдем. Ебать, он мутит, нахуй. Сука. Скорпион застрял, нахуй. Текстурка. Форт достроится, нет? Я там Маридов, блин. Достроился. Смотрите, там какое говно течет по центру. Отборный помог.
Блять, я и построить ничего не успеваю. Так, как все. Да, сука, ебаный пидор, идите нахуй. На центре держишь? Не знаю, насколько меня хватит. Блять, он Жакомо фокусит, красавчик вообще. Войд, ты записываешь, блять? Да, да. В смысле, да. Мысли захуярил это, блокнот. Как играть, что ли? Да. Блокнот, блять. Ты хочешь, чтобы я за Линов играл, а также фокусил ваших Джакомо? Дружи. Но в этом и смысл. Такой отряд съебывается, блядь, наверх. Сука. У вас по фортам у зеленого только есть, а у вас форты есть, нет? Блять, надо ставить уже 15 минут, блять, уже хуярят. Ларкас, я за твоим Жакомо поставлю. За моим, блять, потому что я, блять, не такой я уйди. Потекло говно. Уже через края прет, понял? Так, да, кухня. Хорош, блядь, хорош. 20 секунд строится или дольше? Ты смотри, там отряды близко. У меня есть кое-что еще. Ты голема на том месте возил? Ну да, если понадобится. У тебя уничтожение еще вроде есть. Есть. Ну и шпоп-то не лыком шит, блядь. Ебашит насквозь, лык. Возможно, и шпоп делает ошибки, просто мы пока это не понимаем. Нет, нужно, блядь, строить. Вот. Форт стоит. Я вас тут на миде замес, я ебёшь. Кстати, да, замес вообще крутой. Еще удожа выучите там, блядь. Кирита сейчас молот так ебанет, блядь. Великий город нам отправил. Великий город, ну как? А, ну золото. Бать, нахуй. Чё так дохуя, блин? Специально сюда? Ты видишь этот пиздец? Нихуя у тебя. Да он ещё про здание не узнал, блядь. ХП, конечно, маловато у него. Таранная сколько? Таранная 35. Таранчик. Интересно, у Левиафана сколько тарана? Ебать, зеленый бункер, да ну нахуй. Блять, я отойду, мне там отбить. Я вообще, кстати, не знаю, что вы все попрыгать на центр. Да, давай свои фланги, блядь. Бункер зеленый снесли. Киритовский. Так. Да, жестко дыхающий. А этот, поставь фабрики там. Слышь, Леонардо.
Где? 80 секунд достану. Чё, блядь, в смысле? О. У этого. Неплохо. Убили. Убили голема как раз, когда кончалось время его. Я что-то за ним не следил. А у красного... А, вон он стоит. Я это, блядь. Слушай, ну это ты так добавил, да, так ебашит? Нет. Украин. Нихуя не так добавил. Было, да? Так и было. Тут, блядь, сейчас как пойдут, там юниты нормальные, пиздец. Да, ну пиздец. 19 минут, чё там у стана? Стан 20 секунд. А там о, жестко прижимают, блядь. Кирита. Кирита прожимают, ну. Ты построил фабрику? Там, захватит. Да? Из обсерватории. Слышишь? Да слышу. Которые механических призывают. Ну куда я посмотрю, блять, как это выглядит. А у тебя она стоит, нет? У меня стоит. А где она? Вот. Ну, не знаю, ты видишь, нет? Ага. Все увидел. Что-то она по хуйне спамит, да? Блять, за 200 голды до хуищи, на самом деле. Просто не очень быстро. Просто мне не видно, как она производит. Постой, посуди. Такое время, а вот. Ну короче, я всрал, пацаны, я облажался. Расхуярили центр. Сейчас все будет, блядь, держись на. Бля, там что, великий город надо для пушки. Че, давай стан въебывай или че? Стан есть. Стан есть? Уже. Да, да, стан есть. Ёбой. О. А чё не застроен ты город, Леонард? Давайте делайте что-нибудь, блядь. Мы всё не закроем, всё там есть. Ну, ну слабо, блядь. 70. Сколько тут районов? 6. Блядь. Нихуя он там заюзал, блядь. В центре древний голем ебашит. Скобеса, блять. Че, пушку не успеваешь? Великий город строится. Да все, я это говно не сдержу, оно просто течет водопадом. Еще, блядь, вам 18 минут осталось продержаться, блядь. Да, без пушки тут нехуй делать, конечно. Че, у тебя пушки так и нету, да? Сейчас бы стан не промышленного нихуя нет. Дракон пришел. Ларкас, ну я короче тут защищаю свой второй город.
по значимости, так что, в принципе, может еще есть шанс. Все, заебись, блядь. Скоро до лет подойдет. Ну не сказать, что все прекрасно, блядь, но в целом, блядь, пойдет. Ну вот так, блядь. Как тебе такое? Ларка, ты... На нахуй, блядь. Это близко поставил. Да, все, заебись, блядь. Она так стреляет. Вообще неплохо разъебал. Прям очистил от мрази. У тебя, кстати, преимущество в мире, если чё. Хотя, нахуя она тут надо от дракона только? Нахуя фиолетовый на мир, давайте. Чтоб, блядь, в тыл пройти. Я, правда, не тыкал. Ебучий случай, блядь. У него осадная 4, забей на него хуй. Сука. Ну стоит, хуярит этого типа. Ну ничего, вот фланг держится, зеленый. Че ты его АА назвал, блядь? Назвал бы его воин, блядь. А, там АА до сих пор, блядь. Я не убрал. Блядь, не бывает. Нихуя, паук идет. Ну, в этой ситуации наши полномочия все окончу. Да не, не все, пока нормально все выглядит. А че у тебя? Яда уже ебанул. Ну и этот ебани пока откдешивается 2000 урона в его здание. Вдруг разъебешь, выиграешь, блядь. Сколько там? А там 99 тысяч. Поэтому хилки не хватает. Сдох герой. Там повезло, что насчет. О, нихуя стан. Дожевский молот. Слабенький, конечно, когда первый уровень, блять. А вот за 2000 неплохой такой. Так, древние этим... големы идут по бокам. Грузовички. Закопался. Куда ты закопался? Кирита тащит наконец-то. Я уже начал завещание писать. Держит, держит вообще жестко. Вообще красавчик. По сравнению с прошлыми играми он сейчас тут просто нагибает. Не паук. Паука разъебал, нет? Где он, блядь? Кстати, я вчера жил, что ли, дома? Сейчас не стоит. Блядь, он в тылу. Хотя, в принципе, пока это безобидная тема. Кажется, да, блядь, такая хуйня. Город у красного опять. Чини. Блять, это было близко. Но он, походу, не в курсе, что у него здание есть. Способность. И военные районы строят им еще. Ебать, сейчас тебе форт расхуярит. Да я вижу. Сейчас сдох, нормально. Ну он специально, походу, там, блядь, копит или чё? Копит, блядь. Возле Кирита хочет его разъебать. Паук.
27 минут. Немножко осталось. Ебать там этих големов, я их убьёшь. Аж две штуки на экране. Ну конечно, если по пехоте пойдет, вообще пизда будет. Леонардо, у тебя по флангу должен быть город центральный. Что? Говорю, у тебя по флангу должен центральный город быть застроен. Да, мне ж надо и пушку, на пушку как-то накопить. Я не знаю просто, как вы так качаете эко, что у вас и пушка. Ну, давайте и скину, давайте скину. Вот, это красный. Хватит так? У меня просто больше пушек. Да, да. Все, я на центр давай. Где пауки? Шрапнель. 20 секунд у тебя КД. Стан есть, если что. Голем. Заебись. Нифига себе, мы снесли паука. Это факт. Куда там толпа идет? Ебать. Пишет древний стеклянный голем в опасности, блин. Их он дохуя. Он там мутит вещи. Как называется эта пушка на английском распад? Сука, он заебал меня. Думхаммер? Он не должен, он по-другому называется. Пушка конец света. Дракона вижу. Готовьтесь, дракон. 30 минут. Так, в принципе, вы как всегда выдержите, блядь. Нахуя. Паук фуловый. Ларка стоит и видит. Че? А че там? Засланный. Да, вот он же давно, блядь, короче. Нихуя, я две штуки, блядь. Только сейчас уйду. О, Саву пришел. Ну, потому что, блядь, мы уже выйдем. Кажется, он не успеет все сходить из этого. А вот и пушечка, ёпта. Куда ж ты идешь?
проблемы. Ларкас, а фугас по кому-нибудь что-нибудь наносит? По наземным? Это центральный? По зданию? Центральный, я просто не знаю. Фугас нет. По зданиям фугас ебашит? Да, там, там же можно... Ты, блин, смотри, там слева говно у меня полилось, просто жесткое. Ты эти улучшаешь? Сокровищницы. Блин, у Кирита здесь войска стоят без дела. Ебать, Левиафан. Ребятки, меня тут просто уничтожают. Чинить надо, разъебут же сейчас. Ебать, проебал Левиафана. Пизда. Просто слился. Шесть минут вам осталось. Я думаю, блядь, а, ну, времени не хватит захватить ему. Так что вы выиграли стопудово. Хотя хуй знает, там дыхающий. Блин, справа теперь говно льется, да ёбаный бабай. А чё, прорвали что ли? А чё, у тебя тоже войска на цене стоят? Даю стан. Да, прошли, блин. Ну, Саву, конечно, жесткий, блядь. Лемирия, блядь. Там прикололся, да? Кто чё? Ну он перемирие въебал. Специально, наверное. Нахлёст. Башню становится. Вы хорош. Это был я. Все. Ебать, их там туча просто. Сейчас будет на одну тучу меньше. Да, неплохой выстрел будет. Если разъебать не успеет. Изничтожу. Ебать, паук красиво так переворачивается на спину. Город захватил. 3 минутки вам осталось. Ебать ты тут, нихуя ты дохуярил, ты хуйни. Какой? Ну это палатки. Блядь. Казармы эти, палатки ебучие. Палатки, блядь. Я решил устроить, блядь. Ну, конечно, раз. Пикник, блядь. Пикник на обочине, блядь. Сука. Ничего там не хватит толпа, блин. Ну все, все его прорывают. Смотри, зеленого разъебывают. Смотри, нихуя зеленого как разъебывают. Сука. Я бы на штурм нажал сейчас. Нажимаю. Леонардо, у тебя нейтральные постройки вообще не личные.
А чё, пушку не сняли, что ли? Вот сука. Да, вроде разъебали давно. Тут драконы бы так ходить. Крепко все разъебали. Ебать, 2 минуты, ребята. Они не успевают. Нихуя зеленого разъебывают, смотри. А зачем фугас? Красная пушка только и... Нахуй фугас, да? Здание куда-нибудь. Блять, нахуй. Эти палатки стоят целое состояние, похуй ты делаешь. Он даже стана вроде не дает, да, фугас, или дает? Нет. Броню бы сейчас закосарит. Стоит оборону последнюю беру. Давай, 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 давай! Давай, стреляй, сука! Стреляй, блядь! Давай! Есть! Ебать. Ты куда? У меня вообще армии нет. Всё, остаётся. Нихуя нет, блядь, сука, герой всё, не умирает, секунд. Брат. Ебать, у него шот. У вас сзади города есть. Взывай этого голема, блядь. А чё, уже все на? О, на тебе стан, блядь. Нет, голем, нет, 40 секунд. А вот стан нормально. О, но... стан заебись. Вообще, блядь. И 10 секунд останется тупо. Изи. И скорпионы не успеют дойти, блядь. Левиафан, блядь. Где он? Заебал. 3 левиафана запили. Хуярит. Сухопутный ебашит. И 2, 1, 0. Ебать, неплохо.